Сегодня мы приехали погулять в парк Сент-Джеймс. И перед собой вы видите Букингемский дворец, королевская резиденция. И когда король или монарх в резиденции, то штандарт поднят. Говорит о том, что сейчас принц Чарльз, скорее всего, в отца. Очень много народа перед Пасхой. Все деревья в цвету. Это очень красивый парк. К сожалению, я не могу снимать ближе. Это максимальное приближение, которое я могу сделать. Еще вы видите память королевы Виктории. Посмотрите, какое огромное количество нарциссов растет в этом парке. Они, правда, уже отцветают. У нас была очень дождливая и холодная погода последние 2 недели. Но мы все-таки успели приехать и запечатлеть это желтое и белое королевство цветов. Как здорово. Весна, мне кажется, самый праздничный сезон в Англии. Никакие другие сезоны, ни осень, ни лето, ни зима не могут сравниться с красочностью Лондона. Мы приближаемся к королевским конюшням. И видим, что уже началось строительство и подготовка к коронации Карла III, ну, короля Чарльза, которая пройдет 6 мая 2023 года. Здесь уже строят все трибуны для гостей. Thank you.